Ребяточки, 23 сентября 24 года. Мы в Краснодаре. Где-то начало 11 дня. Приехали тут по очень важным делам, по очень приятным делам. И попали в парк имени Горького, ребята. Вот табличка. Парк имени Горького. Очень красивое место в этом мегаполисе, ребята. Хорошо, хоть такие места есть, потому что дурдом. Подъехали, целый час не могли найти парковку. Так мы и не нашли ее. Сынуля отъехал где-то за километр от этого места, нашел случайно парковку. Это пипец какой-то. Вот чем плохие, почему я не люблю эти города, ребята, что вот этот дурдом. Много народу, машин море. Негде стать. Вот эти вот сирены воют. Там скорая поехала, там полиция поехала, там еще что-то, все гудит. Вот эти все запахи непонятные. Ну хоть островочки вот эти поделали, слава тебе Господи. Хорошие, красивые. Хоть где-то можно отдохнуть. Не то что в нас в селе. Куда захотел, там и поставил машину. Куда захотел, пошел. No problem. Не, ну здесь мы вот Белочку с внуком встретили, рыженькую. Он нашел, показал, говорит, дед, смотри, белка, красавица. Вот такая, ребята, у нас погода, природа. Ну, он кофточку одел, потому что под низом там футболочка тоненькая. И ветерочек такой поддувает. Розы цветут. Да, ребята, это юг. Да, хотел сказать, юг Украины. По привычке Херсонская область. Но это юг России, ребята. Краснодар. Красиво. Стоит, конечно, посетить такие места. Посещать, отдохнуть хоть немножечко. От того дурдома, который творится в самом городе. Движение, людей море. Так это еще утро, еще и понедельник. А представьте, что здесь делалось в воскресенье. Каштаны растут капитальные. Вон дубы. Большие. Ух ты, сейчас посмотрим. Вот так вот, дубы вековые, 4 дерева. 1410 год, то что-то я сомневаюсь, конечно, но будем верить. Как красиво придумали, гляньте, да? Акацию попилили кусочками такими, плашечками выложили, красиво как. Солнышко мое заморилось немножечко, устало, решило отдохнуть возле этого пирата. Говорю, Колечка, помнишь, как мы в Новой Каховке Херсонской области с тобой на таких вот лебедях катались? Говорит, помню. Так это уже было очень давно, а он помнит, елки-палки. А? Да даже у нас ролики, кажется, есть на канале, как мы в Новой Каховке. Да. Колечка, у нас с собой денежек нет, а папа еще не подошел. Когда папа подойдет, там посмотрим. Вот здесь мы на этом дереве видели белочку рыженькую. Ну, сейчас я не вижу, где она. Что-то грызла там орешки под деревом. И внучок ее заметил. Люди отдыхают спокойненько. Что за дерево, не знаю, конечно, не пойму. Высокое слишком. Люди отдыхают. Он сидит с девочкой, курит. Ну нахрена ты куришь в таком парке красивом? Где подышать воздухом надо, а не курить. Ой. Ладно, ребята. А то я увлекся уже 4 минуты, скоро 5. Все, будьте здоровы. До встречи.